Владельцы майнинговых ферм станут больше платить за электричество по той причине, что в параграф кодекса страны о налогах и других обязательных платежах в бюджет, регулирующий плату за цифровой майнинг, были внесены изменения. Если ранее за 1 кВт-час они платили по 1 тенге, то теперь гораздо больше. Ведь чтобы вести такой бизнес, необходимо затрачивать большое количество электроэнергии. На это может отразиться на дефиците. К примеру, если цена 1 кВт электроэнергии составляет 17 тенге, то майнинговые компании будут платить по 9. Стоит отметить, что за прошлый год майнинговые компании области перечислили в бюджет более 90 миллионов тенге. Ввиду того, что ставка теперь больше, ожидается, что и поступление в бюджет увеличится как минимум в 8 раз. В случае использования собственной электрической энергии в целях майнинга плата исчисляется по ставке 10 тенге за 1 кВт-час электрической энергии. При отсутствии контрольных приборов учета объем потребления электрической энергии в нахождениях в неисправном состоянии в целях майнинга, то плата будет исчисляться по ставке 25 тенге за 1 кВт-час потребленной электрической энергии.